Это самый депрессивный городок в провинции Венеции, Маргера. Здесь самый высокий уровень бедности и преступности. Ввиду того, что здесь самые низкие цены на жилье, сюда приезжает очень много эмигрантов. Поэтому ситуация только усугубляется. С утра до вечера здесь можно гулять без проблем. Но вот ночью ситуация совсем другая. Вот так вот выглядит дно провинции Венеции. Здесь очень много заброшенных фабрик. И в этом районе решили сделать общежитие для студентов. Его будут реконструировать. Здесь живет очень много выходцев из Бангладеша и Африки. Но также есть много албанцев, румын, молдаван. Но тем не менее оставшиеся итальянцы стараются поддерживать красоту в их районе. Но тоже виллы, которые были пораньше построены. Маргера является самым промышленным городком провинции Венеции. Но даже рабочий класс, вот именно состоящий из итальянцев, предпочитает жить в других городках или же районах близлежащего Местре, нежели здесь. По левую сторону все состоит из фабрик, очень маленьких. А также этот город славится тем, что здесь есть порт и также нефтеперерабатывающий завод. И в этом порту также строит, находится корабельный завод. Все в одном маленьком городишке. Вот завод. Здесь всякие социальные центры. Я там видел последний раз, как там были наркоманы на реабилитации. А там вдали уже заброшенные фабрики. Вот какое-то заброшенное предприятие. А там написано «Стоп руина». То есть, может быть, даже это помещение используется для употребления наркотиков и их сбыта. В этом здании живут китайцы. Машины с румынскими номерами. Вот в каких условиях живут мигранты в Италии. Несколько лет назад здесь даже бывали перестрелки между албанскими преступными группировками. Сейчас ситуация поспокойнее, но все равно по криминалу, вот именно город Маргера, превосходит все остальные города. Вот как жили итальянские работяги в 50-е, 60-е годы. А здесь живут мигранты. Здание в 3 этажа. Есть местные дома там и 5-этажки, и 10-этажки. Но в основном такая вот архитектура жилых районов провинции Венеции. За поребриком радуются, что сейчас в Подмосковье строят трехэтажные дома, говорят, что это так лучше для благоустройства, все такое. Так, здесь уже с 50-60-х годов такое было. Что это означает? Что дефективные на лет 70 умственно отстают от итальянцев. Вот и все. Вот такое вот качество дорог подворотни Маргеры. Если я найду хуже, то обязательно сниму. Вот так вот выглядит тротуар. Дыр нет, но все равно неприятно такое вот видеть. Ну тут уже ситуация повеселее. Но хоть район и депрессивный, все равно мусора здесь нет.
как ты в Басу или уж по Волгограду, когда проезжал, все. То есть все относительно чисто. У пенсионеров есть возможность в бар ходить. Для зелени всегда есть место в Италии. И это второй день весны. Как вы видите, не выдержал север Италии зимы без запаребрикового газа. Все пропало. И вот даже в таком вот депрессивном городке в этой церкви собирали помощь для Украины. Поверьте мне на слово, фонтан работает здесь всегда. Не по приезду там какой-то высокой шишки из Рима или же лидера политической партии. Он сюда работает. Ну, в общем, как-то так выглядит загнивающий район, загнивающие провинции, одной из загнивающих стран загнивающего Запада.